Итак, друзья мои хорошие, всем привет! С вами Вовка, канал про автолет и компания Downknight. Главное, лампы есть. Есть на что посмотреть. Так вот, компания Downknight, как я ее люблю произносить, и мне похеру, как она читается, прислала нам на тест очень интересную штучечку, друзья мои. Это лампочки H4. Это серия ламп K4C, но не так, к которой мы все привыкли, что она в теплом белом свете. Она, оказывается, есть и в холодном. Но возить ее в других цоколях, кроме как H4, я смысла не вижу, потому что в этом бюджете есть много других у нас вариантов. И только лишь в H4 у нас не хватает именно холодного белого цвета под крышку в этом же самом бюджете. И как бы работать с другими производителями можно, но зачем, если есть Downknight, и он прям классный, ребят. И поэтому вот именно сегодняшним видео я и хочу сравнить эти две замечательные лампы. Нам, в принципе, надо посмотреть вообще, в чем разница. То есть 6000К и 4300К, ребят. Ну, отгадайте, где какая. Ну, давайте, друзья. Если я вам не скажу, не расскажу, вы хрен когда отгадаете, кто из них кто. Но по факту до этого момента, именно до вот выхода этого видео, ребят, мы возили только 4300 кельвинов. Мы двум людям привозили именно 6000К, отправляли 6000К, потому что, в принципе, люди хотели что-нибудь не супер дорого, то есть не К5С, не F5 и не F3 даже, ребята, и не P12 от Downknight, новая с идеальной СТГшкой, чего-нибудь побюджетнее, но и не Yotan Light и К3С, которые, блин, 3500. Вот что-нибудь в альтернативе. У нас, вы наверняка скажете, есть же Navsai F0 3, 15 тысяч люмен, классная тема, но у него огромный охладитель. И он просто не поместится, ребята, в некоторые машины он просто физически не поместится. Поэтому мы и решили заморочиться, чисто H4 привести впервые на тест, ребят, К4C-шка. И она у нас будет. Ее будет мало, потому что, ну, как бы, это вот, так скажем, для некоторых, для избранных ребят, которым вот, ну, не надо F3, ну, и не хочется К4, К3C, К4C в теплом свете не хочется, то есть хочется как К4C в цене, но вот в холодненьком беленьком. Поэтому, ребят, вот такая вот штука. В принципе, лампа одна и та же. Чипы одни и те же, друзья, вот если всматривать, ну, вот все одинаково, все одно и то же. Просто если присматриваться, на шестерке чипы, они чуть более такие бледно-желтые, а на 4300 они прям темно-желтые, ребят. Вот, поэтому вот этот 4300, это шестерка. И я думаю вот их сравнить, посмотреть вообще, в чем разница. Специально для вас. Поэтому давайте переходить к тесту, не будем болтать. Единственные характеристики, да, характеристики. Окей, 45 ватт на лампу, 20 тысяч люмен на пару, 6000 кельвинов, 4300, 4500 кельвинов. Ребят, переходим к тесту. И по традиции, галоген отвратительный, печальный, в солярисовском классном рефлекторе, друзья. Идеальный свет, не во границу, света нет. Дальний, ближний, друзья мои, дальний, ближний. Саша в коридор. Едете без света, друзья мои, пожалуйста, дальний с эффектом ближний, дальний, ближний. Отвратительно. Смотрим нормальный свет. И для начала, друзья мои, мы устанавливаем, по-моему, 4300. Сейчас в темноте определить очень тяжело, по крайней мере, по чипам, по их цветности. Но, скорее всего, у нас будет первая лампочка в 4300 цвете. К4C от Downknight, друзья мои. Коннектимся и смотрим ближний на стеночке. Ну что, вот так вот отвратительно светит, но с цветом я угадал, ребята. Хоп! И пожалуйста. И, пожалуйста, друзья мои, вот вам СТГ-шечка, ровнейшая, хорошая, без поплывов, без засветов. Дальний великолепен, ближний шикарен. И света минимум в несколько раз больше по сравнению с галогеном. Итак, Саш, коридор. Ближний, ребят, теплый белый цвет, да просто потрясающий. Дальний великолепен, ближний, дальний, ближний, дальний, ближний. Во-первых, с вот таким светом вам никто слова не скажет, потому что цветность подобна галогену 4300. Вот он такой тепленький, беленький, желтоватенький, но его прям много, друзья. Это вот 4300.
И второй момент. Он яркий. Вы с ним будете видеть, друзья. Вот, пожалуйста, вы с ним видите, куда вы едете, а не с галогеном тусклым. Поэтому, как бы, кайфы. Ну, а теперь еще посмотрим 6000К, холодный белый свет. Итак, ребят, ну что же, коннектим фишечку. Это 6000К. Даже цоколь, друзья мои, чтобы вам, ну, как бы, подтвердить, да, что цоколь у них один, это одна и та же самая лампа. Мы кладем цоколь от 6000К туда. Здесь стоит цоколь у нас от 4300К. Ну, лампа-то одна и та же. Поэтому вставили, защелкнули, все по штату. Проводочком вниз, напоминаю. И смотрим 6000К по яркости. Ну, вот вам, друзья, и 6000К. Холодный белый цвет. Та же самая яркость, те же самые ближний, дальний, ровный СТГ на ближнем, мощный пучок на дальнем. Цвет абсолютно белый. Саш, коридор. Итак, вы едете на мощном белом цвете. Дальний свет, ближний свет, дальний свет, ближний свет. Великолепно, друзья. Во-первых, есть ровный свет, теневая граница. Во-вторых, вы видите, куда вы едете, и цвет белый, абсолютно белый, без синевы, без желтизны. Вот этот даже больше напоминает 5500, нежели 6000К, ребят. Но все равно он такой холодный, белый, приятный цвет. Мне, честно говоря, нравится. Я впервые вживую вижу, но и светит хорошо, и свет теневая граница на уровне, и 2 года гарантии, и яркость просто великолепная, друзья. То есть прям хорошо. Переходим к итогам. Итак, друзья, ну что, К4C. Дафнай поражает. В очередной раз скажу, друзья мои, Дафнай поражает очень сильно. Потому что, ну вот, что бы нового не выпустил Дафнай, это всегда интересно, классно, здорово, мощно, ярко, хорошо, прям здорово и прям четенько. Так вот, друзья мои, К4C. Теплый белый свет. Просто пушка, ребят, как галогенчик, только яркий, насыщенный, слово вам никто вообще не скажет, потому что он кайфовый. Его не видно в потоке, он не выделяет вас, то есть 4300, да, офигенная лампа, свет просто пушечка. По поводу шестерки, ребят, белый, обычный белый цвет, вот понимаете, вот цвет бывает холодный, да, как, допустим, на К5C 6000К, он прям такой с холодиночкой, чуть-чуть синеватенький. А бывает, допустим, как на F5, то есть он тоже с холодиночкой такой синеватенький. Бывает на Всай, который прям холодный, блядь, цвет делает. Вот другого не делал, только холодный, они даже от желтого отказались, типа, фу, говно. А, вот. И есть вот Дафнай. То есть белый, обычный, яркий, мощный, кайфовый свет без холодного оттенка, ребята, это К4C. Это прям лампы, которые себя уже зарекомендовали. Поэтому под крышку, без крышки, вот эти лампы, пожалуйста, поставили и поехали. Если у вас оптика заводская, друзья, никаких вообще проблем с настройкой СТГ не будет. Свет теневая граница, напоминаю, расшифровываю. Так что вот так, друзья. Что из этого выбрать лично вам? Думайте сами, что вам хочется, что вам нравится. Есть глаза, которые великолепно видят холодный, нифига не видят теплый. Это научно доказанный факт. Есть глаза, которые наоборот воспринимают теплые цвета и не видят холодный. То есть с холодными сложнее. Это вот, пожалуйста, ваш покорный слуга. Это вот я холодный вижу прям тяжело, а теплый вижу отлично и желтый. Вот, ребят, поэтому вот такая ситуация. То есть и то супер. Разница просто в цвете. 6000К, 4300К, но это 4К4C, ребят. Это такая модель от Дафнай, великолепная, классная, здоровская, с двухлетней гарантией. Так что, если что, обращайтесь. Комплект таких ламп стоит 4500, имеет 2 года гарантии, ребят. Если что, мы поменяем. Вам спасибо, лайк. Подписка, символ колокольчика нажмите. Ну, естественно, пишите комментарий, что вам нравится, какой вам нравится цвет больше. А по комментариям мы уже сможем понять, в какую сторону и нам направлять движение. Потому что вроде как все орали, вопили 4300, дайте, привезли. Но шестерку берут чаще. То есть именно холодный белый, белый цвет. Вот как-то людям нравится побольше, ребят. Но вам спасибо за внимание, всех благ, пока, ребят. До новых встреч.